Короче, 7 утра, стою, жду видео. Сейчас поедем на пирата на Чешко, на Красную Поляну, в ту сторону. Вот. Вова пошел на ЖЭК, на водопад. Скорее всего, будем вчетвером. Как всегда, поставил будильник на 5:20, проснулся почти в 6. Вот доехал до Мамайки, жду Витька. Чё-то, привет, расскажи, как это... Куда собираемся? Поедем на скауте. Куда именно? Не скажу. На карте покажешь? На базе сейчас? Если я скажу, нас могут найти. Еще одного подбираем. Пацаны. Итак, с ребятами начали, доехали докуда смогли, отметили точку на карте, ручей рядом с дорогой, где дорога пересекается с ручьем, точнее, дорога проходит через него. Идем, двигаемся, будем сейчас искать, точки отбиваем, чтобы потом не запутаться в следующий раз. Навигатор у меня есть, вот там, вот там. Нашли указатель на гору Ачешко, Ачипсинские водопады. Пойдем, короче, 12 километров показываю. Гора Ачешко, Ачипсинские водопады, 12 километров. Вот папоротник, который занесен в Красную книгу. А вон ребята, которые занесены в Синюю книгу. Особенно первый. Че, пойдем? Пришли к скалке, короче. Как настроение? Супер. Нормально, не тяжело? Вообще огонь. А тебе? Пошли домой. Пойдем домой, пацаны. Перестегивай. В общем, изначально ты становишься на два уса. В одну перилину на самостраховку. Оба у тебя встегнут. Идешь, ты можешь кинуть руку под усы, сопровождать просто в бег. Вот. При прохождении узла, так скажем, точки крепления, перестегивается сначала передний ус, перестегнул, замуштовал. У тебя автомат. Все. Этот отпустил, выстегнул, встегнул. Перила свободной команды. Следующий. Все. Идешь. До конца перил дошел, убедился, что следующие перилы свободны. Тебе должна поступить команда опять. Выстегнул, встегнул, выстегнул, встегнул. Никогда ты два не выстегиваешь, никогда ты не делаешь. Дальше у тебя 100% у каждого это возникает, вот такая хуйня. Потому что ты перестегиваешь, они путаются между собой. Не категорически запрещено делать вот так. Выстегивать оба и стоять распутать. Ты выстегиваешь один и кружишь его вокруг второго. Вот так. Все.
Все, принял? Запечатлел. 1068 метров над уровнем моря, ребятки. Что ты делаешь? Я забиваю точку начала пути, именно по скале. Это здесь? Угу. Отлично. Фирата я его назову, нормально будет? Да. Как настроение, ребята? Я, знаешь кто? Потому что я скалолаз. Веревку не урони. Громко команды подаем. Я не пумяч, скалолаз. Это внутри меня, понимаешь? Давай, ползи. Мне не нужна. Я слился со скалой. А когда я сливаюсь со скалой, я вспоминаю боковые зацепы, нижние зацепы. Пяздуй. Любые зацепы. Братуха, сейчас что делаешь? Я, короче, перила делаю тут, ребята. Там школьники ползут, школьники. Они не могут так, им перила отцепить. Понятно. Школьники. Вон там мальчики внизу. Один мальчик ползет. Мальчик, ты откуда? Мальчик, тебя как зовут? Фатима, блин. Поприветствую мальчика Фатима. Парев! Инчгасис! Татарин Гонцес. По-армянски заговорил. Здорово, братишка! Гонцес! Мависе! Айбят, братан, айбят! Сможешь нажимать затащить туда? Только начало. Сейчас они, наверное, тебе пока не будут, будут не нужны. Нашли фирату, там вид нереальный, красотища. Высота по навигатору, вот смотрели, 1060 над уровнем, 1060 метров. Но это только начало. Мы сейчас поползем, ну там скалы, горы. Там высоко еще очень будет, попрем туда. Лезем, лезем, никак не прилезем. Ваня там. Перила свободны! Принял! Блин, надо было же. 700 тысяч лет вхожу в горы, блин. Забыть куртку в Олимпийку. Выше 1000 метров высота, блин. Дует пипец. А кто это там в джунглях идет? А кто это такой? Это кто такой? Бинго-бонго! Поздравляю! Красава! Что ты расскажешь о маршруте? Спасибо, маршрут отличный! Спасибо, Дим! Да, всем спасибо! Спасибо вам! Все свободны, ребят! Стою на хребте, вот залезли на хребет, Свете, вон там метров 300. Там река Вешенка, вон она маленькая, ее плохо видно. И тут метров 150, наверное, высоты. Вон они горы, снег еще не растаял. Ну там есть места, где он вообще никогда не тает, даже в августе. Уже спускаемся с Фираты, на спуск пошли. Вон пацаны ушли, Ваня пошел. Сейчас я пойду крайним. Пацаны набирают воду. Здесь нереально чистая. Чистого источника. Пьют. Нереально крутая, чистая, холодная вода самая главная. Ее можно прям с реки пьем. Сейчас будем есть говядину кусковую, сайру, водичку, Ваня, Витя, водичку, горячий ключ, жумары, яблоки, сосиски в тесте,
Ух! Чего? Вот эту речь, с речки буду, водичку набрали, она холоднющая, дюжа. Ух! А теперь мы проведем обучающий курс по тому, как нужно лайфхак, как открывать банку с тушенкой. Если у вас нет открывашки, внимание. Ой, фантастика. Открываем банку. Душонка. Ага, белую смесь вот эту. Это что? Это инжир. 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 Мясо белого медведя, там дальше говядина пойдет. Ага. Говяжья-медвежья у нас тушенка. Отлично. Все, душоночка. Ух. Ух. Вкусняш. Ваня пошел набирать воду, а мы спрятались. Он вернулся, блядь, нашел нас. Ну вот мы и едем домой. На базу, точнее. Едем на базу, короче. Пролезли. Мы Фюратов прошли. До новых встреч, дорогие друзья.